Федерация независимых профсоюзов России выразила несогласие с предложением представителей власти включить северные надбавки в показатель минимального размера оплаты труда, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Якутии. В Государственной Думе прошло заседание экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, где эксперты рассмотрели новые механизмы соцгарантий северянам. Профсоюзы напоминают, что Конституцией России каждому гарантируется право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Губернатор Магаданской области Владимир Петрович Бичёнова, он выступил с предложением, чтобы оптимизировать или сэкономить бюджетные средства, в МРОД включить северные надбавки и районные коэффициенты. Вчера выпустили официальное заявление о несогласии с данной инициативой, что это идет вразрез с политикой президента нашей страны. Сегодня также прошла встреча профсоюза Магаданской области с губернатором Магаданской области. На основании этого уже губернатор обещал отозвать свою инициативу.